когда вот звучит эта мелодия, да, и стараешься дирижировать прямо в ритме нее, и что интересно, и появилось понимание, что я же дирижирую сам себе, то есть есть музыка, да, она дирижирует мне, да, я на нее настраиваюсь, на сольную партию, она мне помогает, а дирижирую я сам себе своим именно чувством, своему как бы ответному отношению. Благодаря движению его легче проявить. То есть движения руки плавные и радостные в процессе получать. И это очень помогало проявить именно чувство, проявить именно отношение к той партии, сольной партии, которая сейчас звучит в сердце и в сознании. И такое понимание, что вот, да, дирижировал я именно вот, ну, своему устремлению, своей благодарности. Ну, не своей, я имею в виду, что, а дирижировал для того, чтобы она прозвучала. Чтобы прозвучала эта благодарность, чтобы прозвучало это устремление, чтобы то, что вот на сердце, вот то, что сейчас вдохновляет меня, это все на партии, которая звучит в сердце, чтобы оно проявилось именно. И это помогало, и дирижирование, оно помогает в этом. А еще такое ощущение интересное, что каждый последующий исполнение ролей настраивает на чуткость, все более и более чутко. Ты были слушателем, да, уже об этом говорили, а тут надо было так настроиться чутко, что прямо ну, уловить и именно вот дирижировать. Ну, то есть это довольно нелегко оказалось, и это как бы способствует еще больше чуткому настрою.